Ахмат, помощь ко Дню Победы выплачена досрочно. Сумма в 2024-м внушительная, свыше 10,5 миллионов рублей. Общее количество получателей более 8 тысяч человек. Это ветераны Великой Отечественной, бывшие узники концлагерей, члены семей военнослужащих, погибших в годы войны. С начала года в Беларуси на автомобильных дорогах общего пользования устранили 448 тысяч квадратных метров ямочности, остаток без малого 24 тысячи. Показатель на 16% больше, чем за аналогичный период 2023-го. В этом сезоне в рамках работ по эксплуатации ежедневно трудятся порядка 200 бригад. Депутаты держат на контроле цены в магазинах города. Главная задача – не допустить необоснованного роста. Регулярно проводятся мониторинги. Народные избранники следят за широтой ассортимента и достаточным наличием товаров, в том числе местного производителя. Особое внимание продуктам питания и социально значимым позициям. Первые отключения горячей воды в 2024-м стартуют уже в этом месяце. С 15 мая по 21, с 28 по 2 июня будет прекращена подача тепловой энергии в связи с проведением планового ремонта теплотрасс БТС в микрорайонах Северный, Прибрезенский, Молодежный. С полным графиком можно ознакомиться на сайте bobrlife.by. Минприроды объявила конкурс на лучший слоган-девиз ведомства. К участию приглашаются ученики учреждений общего среднего образования. Необходимо прислать работу на электронную почту Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды по месту своего проживания. Победитель получит диплом и специальный приз. Заявки принимаются по 20 мая.